В рамках проекта университет обучает и поддерживает 25 девушек из Афганистана в Кыргызстане. Мы стремимся предоставить им новые навыки, чтобы они смогли улучшить свою жизнь и принести пользу своему местному сообществу. Предоставляя возможности афганским женщинам, программа будет развивать сотрудничество, культурный обмен и образование, что приведет к большей интеграции и доверию в Центральной Азии.